компот, если есть. Когда-то я с приборкой на тебя доеду, а не доеду. Обязательно, друзья, подруги.
дай. Сегодня мы уже 8-й раз посещаем Балахтинский детский дом и проводим проект «Доброе дело». Представьтесь, пожалуйста. Директор Балахтинского детского дома Завьялова Светлана Павловна. В нашем детском доме находится 60 воспитанников. За лето мы отдали в семьи 10 человек, 16 у нас выпускников. Ну и, конечно, эти встречи стали у нас традиционными. Дети с нетерпением ждут приезда наших байкеров, так они уже называют. Потому байкеры действительно делают доброе дело. Мало того, что они приезжают к нам с подарками, еще самое главное, очень многое, ну, это общение. То есть общаются, катаются на мотоциклах, там, говорят о каких-то своих проблемах воспитанники. И это действительно стало очень традиционным. В этом году на 16 выпускников. Кто-то поступил в Дивногорский гидротехнический техникум, кто-то в Красноярск поступил. Здесь также у нас мальчик, который приезжает к нам на каникулы. Он как 3 года назад выпустился от нас. Он обучается в училище, в Абаканском училище Олимпийского резерва. Будущий преподаватель. Он проводит здесь с детьми тренировки спортивные именно. И вот на сегодняшний день 5 человек наших воспитанников детского дома находятся на 5-й летней спартакиаде в городе Красноярске. И вот как мне уже позвонил тренер, сказали, что они стали первыми по легкой атлетике. Конечно, вот ну, такие замечательные у нас дети. И огромное спасибо, конечно, вам. А подскажите, помимо спорта, чем у вас еще занимается? Может, какие-то секции, кружки есть, еще увлечения у детей? Ну, конечно, есть. У нас дети занимаются швейным мастерством. То есть у нас оборудована швейная мастерская. Дети ходят в эту швейную мастерскую после занятий в школе. Музыкальный зал. Вот дети у нас поют очень творчески, поэтому они тоже принимают различные участия в различных краевых именно конкурсах и занимают тоже призовые места. Замечательно. А эмоции детей какие-нибудь вы можете передать? То есть вот как они ждут этих мотоциклистов? Ну, по-моему, это эмоции непередаваемые. Если вы видели, когда въехали в поселок, то есть дети были по всему периметру детского дома. Они с таким нетерпением ждали. И когда подходит осень, потому что это именно происходит осенью, и, то есть они уже начинают с первых дней, наверное. Вот, когда же к нам приедут наши байкеры? Я уже сказала, что повторяю, что они называют именно наши байкеры. Да, это очень хорошо, что несмотря на удаленность вашего детского дома, мотоциклисты все-таки к вам приезжают. А еще какие-нибудь волонтерские организации, возможно, бывают у вас? Чем занимаются? Конечно, бывают, но не так постоянно. То есть, если вы постоянно, ежегодно приезжаете, то остальные только так эпизодически. Действительно, из-за отдаленности, что детский дом 200 километров все-таки от города Красноярска находится. Поэтому ну, не очень часто, так можно сказать. Хорошо, спасибо вам большое за интервью. Будем ждать следующего года. Спасибо вам большое. Любят взрослые и дети мы сегодня.
наше солнце улетаем и ладошки к нашим звездам поднимаем. Оранжевое солнце в облаках. Вообще молодцы! Бам-бам-бам!